Финальный отчет о крушении в марте прошлого года самолета авиакомпании German Wings в Альпах представили в воскресенье специалисты французского бюро расследования и анализа авиакатастроф. Они подтвердили вину второго пилота Андреаса Лубица, отметив, что он направил лайнер на скалы намеренно. В ходе следствия выяснилось, что Лубиц терял зрение. У него диагностировали отслоение сетчатки на фоне психических расстройств. Летчик консультировался с несколькими врачами, принимал психотропные препараты. Многие врачи знали о том, что Лубиц болен. Некоторые из них даже знали, что он работает пилотом, но они не поставили в известность ни органы, ответственные за безопасность авиаперевозок, ни работодатель авиакомпании German Wings, сказал эксперт Арно де Жарден. Расшифровка бортовых самописцев самолета показала, что во время полета первый пилот временно покинул кабину. Второй пилот, Андреас Лубиц, заблокировал дверь и умышленно направил самолет, следовавший из Барселоны в Дюссельдорф, на снижение. На призывы ломившегося в дверь командира судна он не откликнулся. А-320 германской бюджетной компании German Wings, дочернего предприятия Люфтганза, разбился на юго-востоке Франции 24 марта 2015 года. Все 150 находившихся на его борту пассажиров и членов экипажа погибли.